Привет, с вами Magic Lesson, и сейчас я вам покажу классный фокус с этой колоды карт и вот такой вот канцелярской резинкой. Как вы видите, я взял совершенно обычную канцелярскую резинку и накинул ее вот на эту колоду таким двойным слоем. Смотрите, я беру верхнюю карту и тяну ее вверх. И резинка проходит сквозь карту, или карта сквозь резинку, как вам удобно. Смотрите, карта абсолютно нормальная, все можно дать посмотреть зрителю. Резинка тоже совершенно обычная, и колода тоже обычная. Сейчас расскажу секрет. Ребят, заходите в наш магазинчик magiclessonshop.ru, там вы найдете много классных, качественных, оригинальных карт и куча фокусов. Ребят, заходите, смотрите, выбирайте, заказывайте. Переходим к секрету. Нам понадобится обычная колода карт и обычная канцелярская резинка. И смотрите, накидываем ее. Раз. Оборот один. И два. Ну и вот эту часть подтянем немножко. Вот примерно вот так все это выглядит. И я оставил одну карту. Помещаем ее сверху. И вот эту часть мы ее подтягиваем еще раз посильнее. И накидываем ее вот сюда, вот таким вот образом. Здесь прижимаем большим пальцем. Резиночки выравниваем. Все. Мы готовы показывать фокус. И дальше просто держим верхнюю карту. И нам просто нужно расслабить большой палец. Резинка улетает. И фокус получается. Ребят, ставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий, понравился ли вам трюк. Мы все будем читать. Спасибо за просмотр. Всем пока.